Всем привет! Мы снимаем обзор пазла «Политическая карта мира» на украинском языке от производителя Larsen. Вот показываю вам тут портреты, можно сказать, жителей, допустим, Монголии, Китая, Индии и так далее, разных стран. Внизу транспортные средства, какие есть в этих странах, от коня до самолета. Сама карта, вот, детализированная. На обратной стороне есть вот наклейка «Политическая карта мира», пазл «Рамка вкладыш» серии «Макси». Сделаны эти пазлы в Норвегии. Материал картон. Сейчас я упаковочку снимаю и будем смотреть. Вот пазлы уже без шкурки. Смотрите, как выглядят частички. Показываю вблизи. Тут есть у нас отверстие. Вот, сейчас мы выдавим пазлик. Оп. А вот он прямо отошел целым пластом. Как интересно. Здесь у нас подложка. Вот, как вы видите, на подложке тоже продублированы формы этих пазлов. Можно искать по формам, кстати. Так, ну сейчас посмотрим сами пазлы. Вот показываю элемент Северный Ледовитый океан. Толщина пазла. Вот. То есть хватит его не на один раз собрать, разобрать. Если аккуратно с ними обращаться, то они очень долго служат. У нас уже несколько таких пазлов есть. И прекрасно мы ими пользуемся. Маленький ребенок пользуется там совсем детскими, с Дедами Морозами. И дети постарше. Ну вот видите, такая у нас карта мира. Разные частички пазлов есть в форме разных фигурок. Вот, допустим, сейчас мы ковыряем тут. Они новые, поэтому еще кое-где соединяются плотно. Вот видите, как дерево. То есть можно вот искать по формам. А в основном, вот где кораблики, видите, они в целых пазлах находятся. То есть так уже, чтобы не разрывались, старается производитель. Вот. Интересные пазлы. Пожалуйста, сейчас вот еще тут страны посмотрим. Вот уложили мы назад пазл наш. Показываем. Вот смотрите, Гренландия отдельно сделана. Что тут? Австралия, допустим. Вот желтенькая. Вот она в нескольких пазликах, но тоже как бы отдельно. Видите, вот по границе. Дальше. Вот Россия розовым цветом. Ну, как бы по цветам. Казахстан. Вот. Узбекистан. Видите, Монголия. Африка тоже поделена на цвета. Вот где маленькие страны, там их несколько. В один пазл собраны. Вот. Северная Америка. Тоже, видите, тут по цветам большие страны. Южная Америка тоже самое. Вот здесь есть перечень стран, которые маленькие по размеру. И название не получилось написать, поэтому написаны цифры. А вот здесь уже смотрите расшифровку. Вот. Название океанов есть. Название столиц, я так понимаю, должно быть. Ну да, вот где большие страны. Вот Тегеран, Тегеран. Алжир. Есть Алжир. И если есть большие города, они тоже указаны. Вот как в России, допустим, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск. США, сейчас посмотрим. Да, есть, видите, и другие города, не только столицы. Вот Вашингтон, вот темненьким выделен. Чикаго, Атланта, Детройт и так далее. Аргентина.
Есть Буэнос-Айрес. Так, Буэнос-Айрес. Рассмотрели мы внимательно эту карту. Подойдет для школьников. Так что я рекомендую. Приобретайте. Очень интересное вложение денег в образование своего ребенка. Всем спасибо.